За 2 гадзіны до пачатку рэканструкцыі ўсе ўдзельнікі ўжо на месцы будучых баявых дзеянняў, члены ваенна-гістарычных клубаў з Гомеля, Мінска, Гродна, Магілёва і Санкт-Петербурга. Кожны не проста прыхільнік гісторыі, але і сапраўдны прафесіянал у сваёй справе. Часам аднавіць гістарычныя падзеі ўсё больш цяжка, а таму асаблівая ўвага адпаведнасці ваеннай формы і зброі. Галоўнае, калі можна так сказаць, упрыгоджанне любой ваеннай рэканструкцыі гэта сапраўдная баявая тэхніка, як, напрыклад, вось гэты матацыкл часоў вялікай чыны вайны М-72, сапраўдным, дарэчы, кулямётам Дзегцярова. Сярод задач военных реконструкций не только показать некий эпизод Великой Чины, але и нагадать об ее истории и удельниках. У Рещи и подчас обороны Гомеля в 41-м и подчас вызволения в 43-м активный удел у боях примали местовые жыхары, нащадки яких зараз назирают за реконструкцией. Военно-патриотичный клуб, 53-й мотострелковый полк Народного комиссариата внутренних справ уже несколько годов існуе при республиканском унитарном предприятии Гомель-Энерго. Сучасники кажуть, об этом подразделении ведают не вельми шмат, а но, тем не менее, унесла значный уклад у нашу перемогу. Бойцы этого полка активно участвовали в боях, боролись с высадкой десантов немецких, которые были очень массовыми, диверсантов. Работали с красноармейцами, которые уходили с линии фронта, дезертиры и тому подобное. Формировали новые подразделения и сами участвовали в боях за Гомель. Они последние уходили, они последние подрывали за собой мосты и уходили из Новобелевского района. Коли у минулом годе подчас реконструкции показали форсирование СОЖа, то сёлета брали иншую тему. Причем, как наблизить идею до реальности, вывучали документы военных часов и сустракались с удельниками Великой Отчины. У центра уваги один из боев каля Гомеля, Червоная армия, наступая на город, немецкая имкнется не трапить у полон. Не выдерживая натиска армии. Потом удельники реконструкции признаются, на самой справе было крыху не так, але у такой идеи свои законы, и она повинна быть цікавой и притягивать увагу глядачов у весь час. Увогуле ж, после Сталинграда настрой у немецкой армии изменился, и хоть боевые якости она еще заховывала, але боевой дух был не таким, как у 41-м. Немцы боялись котла. И даже мне мой покойный дед рассказывал о том, что когда они зашли в опустевшие немецкие блиндажи с утра, утро 26 числа, еще стояла еда теплая, чай. Настолько они стремительно сорвались отсюда, чтобы максимально не попасть. После Сталинграда они очень боялись котлов. Тем более уже зима надвигалась, это не выжить было им. Военная реконструкция не дитячая гульня у войну. Тут и подрыхтовка серьезная, и силы задейничены не маленькие. Организаторы кажуть, что без поддержки местных улад у вугле ничего б не трималось. До того ж, значную допомогу оказали представники войсковой части, вартовальники и супрацовники музея военной славы. С уликом такого взаиморазумения и взаимодействия можно чекать, что этой военной реконструкции у Гомеля пошней не была. Алексей Тюров, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель.